Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим. Сегодня вкусняшка, сладенького не было давно, и вот оно, пожалуйста, сегодня. Корзиночки. Это прям олдфаговое такое блюдо. Вот эти корзиночки, им 100 тысяч лет. Они у меня валялись. Я иногда готовлю какие-то там корзиночки с ними, но ни разу не снимал рецепт. Корзиночки с джемом, с белковым кремом. Это то, что вот все любят. Давайте начнем готовить. Достаточно простой рецепт, поэтому вы справитесь. У нас здесь 200 граммов масла. Мы делаем песочное тесто. Можно его рубить холодное, можно его немножко подогреть и потом остужать тесто, не имеет значения. Я чуть-чуть в микроволновке его остудил. Сейчас я его взобью до белого состояния вместе с сахаром. Вот приблизительно вот так вот. Сахар почти растворился. Нам достаточно. Так, теперь делаем тесто. Смешиваем масло вместе с мукой. Так, все, лопатки помесили, можно теперь и ручки попачкать. Очень долго тесто не месим. Главное, чтобы его можно было в комок вот скатать и убрать в холодильник, чтобы масло подзастыло. Вот, тесто мы собрали в шарик, теперь его отправим в холодильник, но пока будем заниматься другими делами. В принципе, можно и сразу с ним начать работать, но лучше дать отдохнуть, как любому тесту. Тесто у нас постояло, соответственно, отламываем немножечко и заполняем корзинку. Корзинки смазывать нет никакого абсолютно смысла, потому что тесто масляное, ничего не произойдет. Вот если хотите, можно еще добавлять, отламывать. И вот так вот заполняем. Так, выложим на противень. Дальше, смотрите, чтобы дно не сильно вздувалось, оно все равно вздуется, скорее всего. Сделайте вот такие прокольчики. Пускай там воздух циркулирует. Ну, оставшееся тесто, у меня корзиночек больше нет. Я из него сделаю просто печеньки. Вот по печенькам давайте сразу тоже лайфкряк вам покажу. Может, чтобы посимпатичнее было, можно вот такие вот сделать крестовинки на печеньках вилкой. Оп. Мы отправляем все это в духовочку. Прошло где-то, наверное, минут 13-14. Хорошо так все подзолотилось. Все приготовилось. Готовил я при 200 градусах, если что. Оп. Белковый крем я буду делать такой заварной, то есть с горячим сахарным сиропом. И начну я, пожалуй, с сиропа. Высыпаем сахар. Добавляем водички, все перемешиваем до растворения и варим минут 10 после закипания. Огонь уменьшаем, естественно, и варим до таких устойчивых пузырьков. Когда закипел сироп, уменьшаем огонек и оставляем минут на 10 вариться. Периодически можно помешивать. Мы варим не карамель, мы варим сироп, поэтому нам не надо добиваться желтого цвета. Следим за пузырьками. Видите, они сейчас пока маленькие, потому что все достаточно жидкое. Со временем он начнет густеть и будут пузыри более крупные. Отделим белки от желтков. Кстати, если хотите, делайте это на старте. И можно, например, желтки использовать в тесте. Очень неплохо получается. Да, у меня есть такой специальный гаджет, потому что что-то у меня не всегда получается хорошо отделять, если честно. Эй, эй, эй! Ну и погнали взбивать. Знаете что? Мне кажется, эта форма маленькая. Я перелью. Возьму побольше брата. Буду взбивать здесь, потому что они сильно поднимутся. Вот, белки уже, в принципе, взбились. До, видите, таких вот твердых пиков они держатся. Но, естественно, эту белковую массу надо укрепить. Это мы сделаем сиропом. Видите, пузырики уже достаточно крупные. И такие, знаете, устойчивые, что ли. Можно вот этот сироп уже вливать к белкам, продолжая их взбивать. Поначалу у вас масса может опасть, но продолжайте взбивать. Все, я помесил где-то минут 5, то есть немножко оседает оно, когда добавляешь сироп. И потом вот месишь, и оно получается, видите, такие стоячие пики хорошие. Все как положено. Сюда можно добавить ванилин, кстати, он у меня в принципе есть. Вот у меня здесь ванилин, можно добавить, если хотите. Ну я добавлю, ладно. Давай еще его вмешаем.
Итак, смотрите, вот условно у нас две корзинки, например, да, которые мы будем формировать, и одна печенька. Вот такая печенька. Из печеньки можно тоже сделать вкусняшку, сейчас покажу. Берем какой-то джем, у меня в данном случае это апельсиновый джемчик, по чайной ложечке. И сделаем подобие корзинки из печеньки, почему бы и нет, да? Берите клубничный вишневый джем, какой хотите. Теперь сделаем крем. Сверху навалим его. У меня есть вот такой мешок. Для удобства наполнения я его складываю вот так вот об руку. Выкладываю туда кремчик наш прекрасный. Крема много. Крем можно и так есть. Так, ну мне, наверное, хватит. Хоп. И начинаем отсаживать кремчик. Высота, форма, насадка, как вы хотите. То же самое с печенькой, а почему бы и нет? Печенька тоже человек. Мне нравится, когда она немножко подрумяненная сверху, подпаленная. Можно и в духовку отправить. Можно газовой горелкой это все брук, вот так вот сделать. У меня нет газовой горелки, но у меня есть вот такой вот строительный фен. Я сейчас попробую, короче, если он сделает мне нужный цвет. Вот, видите, неплохо румянит. В общем, строительный фен можно использовать. Так, давайте, раз, два, три. Подрумянили. Лайфхак. Если у вас нет горелки, ребят. Хотя у вас, скорее всего, и строительного фена тоже нет. Мне нравится, как получилось. Лайфхак сработал, на удивление. Я, честно говоря, не ожидал, что вот оно раз и подзапечется. С обычным феном даже не пытайтесь. Строительный фен, у него маленький напор воздуха и горячая температура. Так, ну что, пробуем корзинку. Начнем с этого крема, который еще и подсушился к тому же. Все вместе попробуем. Я знаю, что я грязный. Ну, такие корзиночки съесть по-другому просто нереально. Чего говорить? Это песочные корзиночки с отличным белковым заварным кремом, с лимонным джемчиком. Ребята, это классика. Это очень вкусно. Пробуйте. Джем можно использовать любой абсолютно. Давайте. Не забывайте подписываться на инстаграмчик на мой. Подписывайтесь обязательно на лайв-канал. Там я сейчас выпускаю влоги, разные размышления. Стал поактивнее на нем появляться. Что еще вам посоветовать? Группа ВКонтакте, это понятно. Ну и основной совет на сегодня. Делайте корзиночки дома, они очень вкусные. И вам, в общем, всего вкусного. До свидания.